Всем доброго дня. Я очень благодарен вам, Антон, за то, что вы откликнулись на мою просьбу, да, и согласились навестить могилу Алексея Фомкина. Очень-очень интересного человека и имеющего большое значение для людей вот моего поколения, особенно тех, кто был поклонником фильма «Гости из будущего». Это достаточно очень яркий фильм. Это один из самых, наверное, главных фантастических фильмов для советского ребенка. И вот главную роль в этом фильме исполнил Алексей Фомкин, к сожалению, с очень трагической судьбой, как и очень многих детей, которые, получив известность в ранние годы, не смогли, к сожалению, впоследствии совладать, да, вот с таким положением вещей. А может быть, какие-то другие факторы. В данном случае, да, я вот если разбирать, да, судьбу Алексея, то он в целом был достаточно очень скромным человеком. При всем при этом он не хотел и не жаждал славы. Вот, ему она была совершенно ни к чему, но при этом он был очень и очень творческим человеком. С детства он занимался и в театральном кружке, и стихи читал великолепно. То есть судьба готовила ему, конечно, театральное, творческое будущее. И вот в столь юном возрасте он попал на съемки фильма, сыграл блестяще. Вот. Но по трагической совершенно судьбе дальнейшей его карьеры у него не получилось. Он ушел в армию, ему давали роли, он снимался, но те в целом были, его роли не были удачными, это не были какие-то знаменитые, известные фильмы. Вот. Потом роли перестали давать, и он отчаялся, ушел в армию. В армии, кстати, уже начали появляться снова роли, но уже он не мог. По понятным причинам, да, он не мог участвовать в съемках. После армии, в общем-то, ничего у него снова не вышло. Он начал злоупотреблять алкоголем, личная жизнь не клеилась. И он... А, еще такое достаточно трагическое событие произошло в его жизни. Поговаривают, что квартиру, где он жил с родителями, отобрали черные риэлторы. И куда делись сами родители, в общем-то, неизвестно после этого, да? То есть есть версия, что как-то трагически у них судьба закончилась, вот, и как он связь с ними не поддерживал. И он решает переехать во Владимирскую область, к бабушке, в ее дом. Там как-то он начинает жить, что-то делать, где-то устраивается на работу. Вот, и знакомится с девушкой. И какая-то у него и личная жизнь там вроде появилась, и трудиться он начал. Но, тем не менее, все равно происходит злоупотребление алкоголем. Вот. Все это на фоне этого. И вот в очередной день, 23 февраля, когда они отмечали, он умирает. Умирает трагически. То есть умирает... Непонятно, то есть что это было, сгорел ли он, задохнулся ли он, при каких обстоятельствах, то есть просто это случилось или кто-то поспособствовал этому. В общем-то, это до сих пор остается тайной. Я попытался взглянуть на то, что у него могло быть внутри, по своей методике, но, еще раз говорю, не зная, к сожалению, точного времени рождения человека, я не могу утверждать 100%. Была ли эта смерть случайной, да, то есть по воле судьбы, по воле каких-то, в общем-то, обстоятельств, да, или кто-то этому подсосал. В общем-то, и не нужно, я думаю, это ворошить. Одно точно видно, что вот то, что 100% видно у этого человека, что смерть мистическая, то есть то ему нужно было умереть и уйти таким образом, причем уйти как-то трагически в молодом возрасте именно в кровати. Вот это точно, что я могу сказать, это абсолютно видно в его судьбе, и тут как ни крути, в общем, по-другому быть никак не могло.
Знаменательный день сегодня, да, то, что ему могло бы исполниться 55 лет, но вот всего он умер, по-моему, да, 27, он в 69-м году родился, да, и вот в 96-м он погиб, то есть 27 лет, вот в таком возрасте он ушел. Вот, тем не менее, мы все равно его помним, особенно вот люди, еще раз говорю, моего поколения. Фильм для меня этот имел огромное, просто колоссальное значение. Я ждал его каждое лето. Я с большим удовольствием его смотрел. Вот. И я еще раз говорю, я очень благодарен вам, Антон, что вы согласились навестить могилу Алексея Фомкина, возложить ему цветы, вот, показать ее, да, вашим зрителям, вспомнить этого человека и в буквальном смысле его, можно сказать, даже помянуть. Вот. Поэтому еще раз вам очень благодарен. Вот, спасибо вам огромное. Сник район замер под свинцовой водой, с неба в землю падала вода. Чиркнула камень, искрою лопата. Я прощался с другом навсегда. Чиркнула камень, искрою лопата. Я прощался с другом навсегда. Я пойму чуть позже, что ни в этом мире, ни в другом. Выходные вместе, не гонять нам в роще. На колесах я, ты бегом. Выходные вместе, не гонять нам в роще. На колесах я, ты бегом. Ты беги по тучам, ты беги по звездам, через вечность тот зеленый рай. А меня услышишь рано или поздно. Собирайся к радуге на край.